Так, только что записал обзор на короткую программу, так что всем бегом смотреть на Boosty. Ну, к сожалению, первую группу не показали, поэтому непонятно, что там было. Ну и сегодня, конечно, вообще было без вариантов. Лера Шарапова прям как шторм прошлась по льду. Что называется, здесь полный набор. Это и прыжки, и вращения, и катание. И самое главное, все это органично сочетается друг с другом. Все сразу и на высоком уровне. Агату Морозову также можно отметить. Это как раз такая начинающаяся версия Леры Шараповой. Они и телосложением похожи, и навыками. Тоже сегодня все было здорово. Ну, пожалуй, самый странный прокат показалась сегодня Маша Низовцева. Обидно, что одного места не хватило, чтобы попасть в произвольную программу. Потому что по потенциалу она должна быть как минимум в десятке. Но как-то у нее все больше расхлябано. Лениво. Не в рабочем состоянии. Как будто бы она засиделась в своем болоте. И вместо того, чтобы раскрывать свои задатки, очаровывать на льду, прокаты все хуже и хуже. Здесь пора уже что-то менять. Такой потенциал и пропадает. Ну а полный обзор на все прокаты на Boosty, так что бегом все смотреть там. Кто же лучше всех?